Страх Дадона двойной. За аэропорт один. А второй страх Дадона это то, что сегодня ушло 6. А когда, если количество вышедших из фракции ДПМ депутатов будет число 16, тогда демократы с Сакум вместе с тем же Шором, значит, что они сделают? Они свалят и правительство Кику, и объявят досрочные выборы. Социалисты на этих выборах провалятся, покажут провальные результаты, выборы реально провести в мае. И тогда, значит, Дадон получит не долю, то есть в ноябре 8-го он бы получил выборы, долю на выборах. Но на досрочных парламентах он получит 2 дули или даже 4, понимаете? Поэтому у него сегодня страх. Пока мы не посадим чертовой матери, вот все вот эти рожи, которые вы видите в парламенте, причем правые, левые и так далее, пока они не сядут, значит, вот эта дуриловка будет продолжаться в Молдове еще следующие 30 лет. Давайте мы сегодня, я вчера говорил, стимас приедем, хадец, снунимай, лемай пермитим, санифака прошт. Эмпреуне, фачиму фронт комун, ешим, кому съесть оккупатру, чинч пунктим программ. Тести калошила пушкари, пентру коррупции, дела дозы из дяни инсус. Владимир Николаевич Воронин, кое-что вижу, даже говорил про смертную казнь. Значит, послушайте, сегодня они даже не боятся воровать. Сегодня законодательство в Республике Молдова подогнали таким образом, что даже тот из их людей, кто попался на воровстве, чтобы мог отделаться штрафом. Вот так мы сегодня и живем. А они, значит, могут считать нас кем угодно, но мы знаем, кто такие они.